Ого! Джимен-то уже... Офигеть, кто кого, друзья, кто кого? Хоба, всем здорова, с вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть Скибиди Туалет, и у нас мультивселенная, это, если что, немножечко другая, это вам не Клокманы, здесь у нас будет немножечко все наоборот, друзья, посмотрите. А, поменялись местами, да, друзья, но Скибиди Туалет и завод здесь, да. Обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм, ребята, ссылочка на оригинал будет в описании. В общем, давай-ка все заново посмотрим. Мы, в принципе, не так много серий тут смотрели. Там новенькие повыходили, какие-то интересные. Не так это будет долго. Я притом недавно, друзья, поглядел все серии. Все серии Скибиди Туалета, ну, оригинала. Так это заняло час, целый час, друзья. Я почему-то думал, ну, минут 40. А там целый час, ё-моё. Вот эта музычка, это капец. Ах вы говнюки, смотрите, что делают. Хорошо, что тут уже есть TV-мен, TV-вумен, я не знаю. Посмотри на Джимена, ну это просто капец. Кошмар какой-то. Хорош, ребята, давайте. Ну, это хороший еще фанмейт, реально. Отличный. Это все-таки тоже первая серия. И посмотри на это. Скибиди Титан. Господи, камерамен, офигеть. Боже, что нас там дальше ждет? Ну, мы спикера, по-моему, тоже видели, друзья. Он дальше там будет. Это грустная музычка такая. Конечно, друзья, понятное дело, что мультивселенная с Клокманами в разы просто лучше. Но это тоже неплохо. Сейчас туалетики будут нападать. Причем наши. Смотри, что делают. Да сожрет. Засыпает, смотри какой. Хорош. Тиви, Скибиди Туалеты, молодцы. Вот что тут еще добавить? Вот что еще сказать, друзья? Красавцы! Ой, нет, их тоже можно смывать, боже мой. Бедолага какой. Фига ты шею как удлиняешь. Ё-моё. И вот тут немножечко шока, друзья, потому что обычный камерамен. What? Видишь, он ищет, а где Джимен-то, Скибиди Туалет? Ты не в ту вселенную попал, дружище. Мы таких не видели здесь. И он такой, блин, куда ж я попал-то? Да, тут все наоборот. Ну как? Не все, понятное дело. Спикеры Скибиди Туалет. Хорош. Братишка, будешь кушать? Предлагает ему. Вроде выглядит как человек обычный, как люди. Но что-то не так. Нет, ребята. О, тут у нас колонка на унитазе. Офигеть. Как говорится, давай. Пусть проснутся туалеты с соседями. Так, ладно. Ага, сейчас должен спикер, по идее, у нас тут появиться. Смотри, машина на заднем плане. Что, братишка, твоя тачка? Садимся и угоняем. Нифига себе, он оплеуху дал. Что теперь? Джимен. Но он выглядит имбово. Да. Вот
вот этот стиль сразу, вот этот вот резкий, дерзкий. Конечно. Так, лазеры из глаз никто не отменял. Так, лаборатория. По идее, там, чтобы с ними слиться, нужно теперь не на туалете, а в человеческом теле быть. И там камера должна быть, разве... Вот так, как бы, типа... Не? Ну, тут нам не показывают, к сожалению, как он выглядит. Ну, зато ученый, да, с телом, офигеть. Боже, как это выглядит, капец, на самом деле. Так, а вот это уже, походу, TV Woman, да? По способности мы ее узнаем. Хорош. Офигеть, если в оригинале спикер сел на туалет, то тут туалет сел. Человек приземлился на площадочку. Ну, жалко, нет, не произошло такого. Я просто думал, сейчас он на него приземлится, но нет. К сожалению. Неужели заразят спикера? Неужели в этой вселенной это возможно? Какие здесь будут... Боже, ты понимаешь, какие тут будут паразиты? Это маленькие-маленькие такие... Человечки? Или что это? Что тут будет? Ля, хорош! Два титана — это сила! Унитаза. Так, а что у нас? А, мы половину, смотри, посмотрели. Ну, в принципе, тут немного. И там еще будут, если что, ребят, серии. Вот это он трямснул. Да, Джимен, конечно, пинает. Унитазики. Фига там силушка-то какая. Опа. Да, тут сейчас будет ученый. Ну вы серьезно? Офигеть. Чисто тело хедкрабика. Вот так вот. Бац, появились ручки-ножки. Нифига себе. Ну это крипово, конечно. Это капец. На, нафиг. Есть Вантусмен, а в этой вселенной кувалда... Ну ладно, уже нету. Окружают. Капец, они бегут за ними. Опс. Хорош, братишка, ты меня спас. Сзади был. Спикер там. Вот этот чел чисто из обычной виде туалет. Смотри, и они как бы это не палят. Странно. Как-то так получилось. Вроде как палили, помнишь, та серия, где они там... Ну, где увидели первый раз Скибиди ученого. Его это, спалили, типа, ты кто такой? Вася. А тут? Да, здесь, короче, вместо Вантуза кувалда, мен. Окей. Боже, как же он выглядит! Да неужели тут заразил? А, не-не-не, мы смотрели тут немножко, ребят. Вот я не знаю, на этой серии, по-моему, мы закончили. Точно не помню, друзья. По-моему, его не заразят. Я тогда еще офигел, неужели его сейчас заразят? Потому что смотри, что ученый делает. Смотри, двух. Чисто чел из...
альтернативной вселенной спас. Молодца! И видишь, не заразили его. А иначе бы у него были бы руки. То есть они выросли... Блин, это капец. Опа, новые, опять же, из обычной вселенной, друзья. Где оригинал? Так, ребята. И что же нас сейчас ждет? Так, спасибо. Тивименам огромный респект. Джимента злится. Какого, блин, фига? Почему и этот Джимен из оригинала появился здесь? Как это возможно? Вот это... Вот сейчас, наверное, начинается полная жесть, друзья. Давайте поглядим на это. Ну теперь здесь просто какая-то жесть. Смотри, он призывает из обычной вселенной в эту вселенную. Типа, там я проиграл, в этой надеюсь. Ну, в этой-то он может выиграть, конечно. Опа. Но спикер не заражен. Это дает какое-то преимущество. Но тут два джимена. Беда, беда. Ой, блин. Бедный спикер. Не, ну тут, конечно, ребята. Офигеть, они его просто уничтожают. Капец! Камерамен, боже мой, Титан. Притом какой-то супер-мега улучшенный. Посмотри, костюмчик у него. Да. Не, братишка, похоже, ты не в тот райончик-то... Опс, трямс по головке. Он тоже испарился, он тоже способностью этой обладает. Или он куда-то их переместил? Вот это вопрос. Ого, разозлился. Ой-ой-ой, там прям красные глаза. Да, он может... Вот говнюк какой, а. Ой, братишка, бедный вот этот вот. Попробуй его собери. Ну что же, друзья, там еще 3 серии. Погнали смотреть. 21-я. Нормально. Туалет под костер. Это просто офигеть. Все перемешалось. Просто все перемешалось, друзья. Это ужасно. Это просто ужасно. Посмотри, что творит. Хорош, братик. Ой, немножечко, да, тебя потрепало. Жиза. Титан, камерамен, конечно, может. Может. Притом, тут, блин, каждый может перемещаться. Если раньше только ТВ-мены могли это делать, тут вообще просто каждый. О. Что-то его спросили там, типа, что-то про пушку какую-то. Ну и как. О, как они кругаля дают, а. Так, окружают их. Вот так вот переместили. Они что, в обычную вселенную их переместили? 22-я серия, друзья. Так, линзу одевают. Ну, мы понимаем, да, то, что эта серия какая, 40-я, что ли. По факту.
На нафиг. Это наш чел, если что. Ух, блин, вот это жестко. Вот это имба, друзья. Вы просто поглядите на это. Скибиди Титан. Тебе мэн а-ля туалет. Пойдет. Хороший. У него, кстати, уже много мониторчиков, заметь. И также луч, ребята, чисто сердцевина. Посмотри, какая. Так, и последняя серия пока что на данный момент 23-я, друзья. Кстати, заметь, качество здесь тоже улучшилось. Так. Чуваки уже скорешились. Так, что у нас по Титану ТВ-мену? Ого! Джимен-то уже... Офигеть, кто кого, друзья, кто кого? Блин, слишком много. Так, точно, точно. Последняя вот эта вот способность улучшенного Титана. Ой, тут немножко не получилось. Пилы, пилы немножечко кацанули. Все, он, похоже, исчезает, ребята. Решил отступить. Ну, Джимен выиграл, получается, пока что. Пока что, друзья. Ну что же? Ну что же, ребята? А, надеюсь, вам понравилось. Не, на самом деле интересно. Интересно на это поглядеть. Какое там дальше будет. Ой, блин. Сюжетик наш. Ребят, спасибо огромное за просмотр. Обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.